утром. Для того, чтобы роды прошли легче, важно оставаться в хорошей физической форме. И поможет нам в этом гимнастика в воде. Акванудлс в переводе с английского – это вермишель для воды. Именно с помощью этой вермишели вы укрепите все мышцы тела в короткие сроки. Начнем с ног, они болят больше всего.